Три, четыре. Почувствуй! Второй раз вроде даже лучше вышло. С вами Горинов, и сегодня мы вспомним предновогоднее шоу «Угадай песню» вместе с Дианой Анкудиновой и Сашей Капустиной. Устраивайтесь поудобнее, это фрагмент того самого предновогоднего стрима, если что. А мы начинаем. Лучше напишите, хотите ли вы игру, чтобы мы прямо сейчас поиграли в игру. А сколько вы уже лайков поставили? Там уже больше 5000, мы можем играть. Мы можем играть? Да, да, да. Ну что? Ну что? Проснулись! Скажите, хотите ли вы наш Смир канал? Давай играть будем? Да, давай, давай. Игра называется «Угадай мелодию». О, да. У нас, естественно, будет тот, кто выиграет, и тот, кто проиграет, конечно. Ну, конечно, ребят. А призы будут? Да. Вы тоже хотите? Надеюсь, что хотят. Потому что я уже пошла за игрой. Далеко ходить мне не придется. Надо немножко нам подвинуться, чуть-чуть двинься так, туда. Так, куда? Налево, чуть-чуть направо? Встав, чуть-чуть в сторону, туда, туда. Чуть-чуть совсем. Вот здесь у нас будет стоять стульчик. Она все сломала! Нет, мы теряем! Еще не все. Так, аккуратно, я сейчас все разнесу. Accuration. Accuration. И на нем... Какой модный стул, давайте я на него сяду. Не кнопка? Надо. Это будет кнопка, конечно, дорогая. Тут ковер? Да! Ты его на ЧБД стырила? Нет. Боже, если бы я пошла на ЧБД, я бы, наверное, умерла там. Я бы плакала и потом умерла от слез. Нет, я бы не плакала, я бы просто не знала, как сказать еще что-то вообще смешнее, двигаюсь, чем то, что делают они. А, ты бы плакала от смеха, типа? И от смеха. Поняли мы. Так, все, по кайфу. Смотри, правила игры таковы. Слушай меня внимательно. Ты же сейчас играешь на выигрыш и на проигрыш. Да я еще пытаюсь с ними общаться. Они конечно, конечно, ребята. А то как-то не очень получается. Вы пишете, а мы тут сидим такие... Ну мы читаем все по возможности, скажи. Но по возможности, по возможности. Да. Говорю, говорю. Конечно, все, говорю, давай. Говорю. Итак, чё нашел? Чё нашел? Она сюрприз испортила! Да ладно, не испортила, на самом деле. Чё пришёл? Чё нашёл? Узнаешь голоса? Ни за что не узнаешь. Чё пришёл? Чё нашёл? Второй чё твой? Пришёл? Чё нашёл? Ну да, мой противный точно а может узнать. А первый это вот этот, который вот здесь вот, вот этот. Какой? Ну вот, вот ты же, брат, скажи. Это Арнольд? Да. Я думаю, его Толик зовут. Нет, это Арнольд. Арнольд Шварценеггерский. Нет, нет, нет. Это мы записали звук специально для тебя вместе со Стасом Ярушиным. Это Стас. Подожди, включи еще раз. Чё пришел? Чё нашел? Ну, я тоже, кстати, не узнал его голос. Напишите в комментариях, вы сразу поняли? Ну вот. Ну да. Да, так что вот так. Ну, короче, объясняй правила игры. Вы тоже играете, так что слушайте внимательно. Я буду включать сначала 5 мелодий, и мы должны быстренько их угадать. Как только ты услышала что-то знакомое, быстренько нажимаешь и говоришь название, понятно? И такая, слышала, вот где-то слышала. Да, да, так и да. Так будет сейчас, 100%. Потому что я не знаю, как они называются. Ну, если не знаешь, тогда я скажу, что знаю. А насколько сложно по уровню? Вот, я не знаю. Это не я собирала, я не знаю, я же играю, блин. Наверное, сложно, невероятно. Серьезно, ты не знаешь? Конечно, не знаю. Смысл мне играть, если бы я знала, что там было звучать. Ну, знаешь, так в вот. Бизнесе сейчас так бывает. Да, может, я выру, а? Так вот, 5 будет музыкальных и 5 стихотворных. То есть там будут слова из песен, без мелодии. Я бы ничего, наверное, не угадал. И мы по словам должны будем угадать. Это усложнение уровня. Жесть. Вы тоже, как только узнали мелодию, сразу же пишите в чат, что это за песня. Понятненько? Ну и, конечно, скажите, за кого вы болеете? Прямо сейчас решите. Давайте. За кого вы болеете? За меня или за Диану? Вот скажите, напишите в чат. Они знают, что я проигрываю постоянно. Да не может такого на быть. На эту лошадку лучше не ставить, блин. Больше да я тебе клянусь. Больше я с тобой в играть не буду. Ну, в суефа я, может, выиграю. Вадим один прислал донат. Отправляю второй донат. Господи, поздравьте моего сына с днем рождения. Поздравляем сына Вадима с днем рождения. С днем рождения! Успеха, радости, везения! У любимого настроения! И самых преданных друзей! Какая же позитивная атмосфера царила на этом стриме, и очень, конечно, хочется, чтобы Саша еще раз Диану пригласила, и они вместе спели. Надеюсь, в новом году мы увидим новый стрим. Супер! Слушай, мы синхронизируемся максимально сейчас. Ага.
Тинкабал. Вот так вот, поздравляем. Я из будущего говорю. Зовите на ваши корпоративы. Телефончик в описании видео. Да уж. Скажите раз, скажите два, скажите три. Спасибо. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну что, ребят, поехали. Вы готовы? Ты готова, главное? Положи ручку сюда, потому что я буду жать, как могу. Диана! За Диану болеет. Нет! Машина, вон, пошло. Саша, вон. За Спартак! За Спартак. За Диа Сашу. Все. Победит, пускай тот, кто должен победить. Ведь тот, кто победит, будет петь свою авторскую песню. Я не хочу вас расстраивать, поэтому не надо за меня болеть, ладно? Значит, все-таки приз будет. Нет, болейте за нее! Вообще ожидания строить плохо, все знают, да? А будет еще и наказание. Помела? Это будет помела? Это было не помела, а дуриан. Помела не так плохо. Ей уже страшно. Все, видишь, я даже фрукты угадать не могу. Да. Мне про песню тут говорить. Видимо, я победю, ребят. Мариано Мендизабал. To bet I don't understand much because I don't speak Russian. Diana, I love you. I hope to hear you sing in Italian, my languages. Good luck, stars. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you. Okay. Maybe. Сейчас кто-то выиграет, а кто-то Саша. Зато у тебя есть свитер с оленями. Так все, начинаем играть. У меня, кстати, такого нет. Я, кстати, мечтаю о таком. Подарите мне, пожалуйста. Все, я подарю. Хочешь, я подарю? Да. Он еще, короче, может выворачиваться и быть белым. И быть другим. Да. Но это я придумала. Даже мы уже начнем. Я тебе подыграю. Так, все, ребята, погнали. Саша, го-го-го, намбер-вамбер. Все внимательно слушаем. Ты в чат не смотри, а то не подсказывать будут. Готова? Погнали. Раз, два, три. Мне тоже страшно очень. Погнали. Я знаю! Улетай на крыльях ветра, ты край родной, родная песня наша. Ну, тут было очевидно, почему ты ее узнала, потому что очень часто ее поешь. Я ее пела факт. Только в маске один раз. Это факт. Но у меня было такое же начало. Я думаю, что-то знакомое, не могу понять. То ли Интерстеллар, то ли улетай. Третьего не дано, бы. Я бы так по первым аккордам точно не угадал. Ладно, 1-0. Диан, соберись. Да я вообще лего. Let's go. Второй уровень. Че пришел? Че нашел? Ну, это вообще издевательство. Все подкручено. Я без понятия, что это песня. Ясно. Это забыта радиоволна. И еще бы она не знала эту песню, это же ее композиция. Че, угораешь надо мной? Слушай, это значит только одно. Это значит только одно, что сейчас начнется полная жесть. Да, это было слишком легко. Так, это, напой, пожалуйста, это все свои песни, которые у тебя есть. Так, есть еще давным-давно. Да ладно, блин. Все, 2-0. Ох, мне даже как-то страшно стало. Да. Что это значит? Почему я так выиграла? И вот так всегда, понимаете? Только на НТВ все честно. Вот. В Квашляндии честнее не бывает, ребят. Не только на НТВ, не только. Я отвечаю за это. Ладно, хорошо. Ладно, третий уровень. Ты готова? Давай. Да, что уже? Давай. Я поддамся сейчас тогда, все. Я не слышу. Да, ага. Погнали, ребята. Вы тоже давайте внимательно слушайте. Пуяла. Пуяла? Чуть-чуть, что об этом сериале трубили всю концовку 2023 года, я бы тоже угадал эту песню. По-другому называется? Это Пыяла. Господи, боже мой. Это Пыяла, Пыяла, лалилула. Хорошо. И то долго я угадывала. Ты быстрее меня угадала по глазам видео. Нет, я не поняла. Я думала, это какая-то английская, а это татарская песня. Ладно, я не буду поддаваться тогда. Все, поддаешься не надо. Не поддаешься не надо. Вообще, не удивишь вас. Вернее, не угодишь. Ладно, дубль четвертый. 2-1 у нас, да? Ага. Все, давай, погнали. Считай 3-0. Какая ожесточенная битва, не правда ли? Четвертый уровень. Let's go. Мой мармеладный, я не твоя, не права. Не пила и не звала, почти забыла, но забыла про твои слова. Открыла. Понятно. Все, тихо, спасибо. Что, угадали эту песню? Напишите в комментариях. Это уже вторая композиция, которую я знаю. Хотя я думал, что не угадаю ни одной. Особенно так быстро. Блин, ну
ну ты хороша. 2-2. Эту песню я просто часто слушала одно время. Подожди, а это был пятый? Или четвертый? Это четвертый был. Сейчас будет пятый. Ты слушала часто эту песню, когда видосы смотрела или нет? Нет, вообще, в принципе, она у меня есть плейлист, я ее слушаю. А, серьезно? Да, настроение это создает на самом деле. Люди не зря выбирают вообще хиты. На самом деле, люди очень умные, если так посмотреть. Конечно. Мы же люди. Мы такие. You know, you know. No, Саша, мы проигрываем. Нет. Ладно, все, 2-2. Кнопку жалко. Теперь я собралась, точно. Все, я не буду поддаваться, Диана. Берегись. Да ты берегись. Погнали, ребята, пятый уровень. Let's go. Закрою глаза руками. Блин, а я думаю, не может быть такого. Это твоя песня. Первый звук я узнала, думаю, не может быть такого. Почему не может быть? Может быть, где-то оно, типа, похоже. Почему моя может быть песня, а твоя не может быть тогда? Ну, теперь все честно. По одной композиции авторской. Я же сказала, кто в гости придет. Да, ладно. Блин, офигеть. Ладно. Но, кстати, в оригинале этой песни вот этой вставки начала нету. Это есть только в лирик-видео, поэтому вы молодцы, конечно. Запутали. Вы молодцы, те, кто сделали это. Да, да. А кто делал, кстати? Они нас смотрят. Серьезно, они нас смотрят и видят, как я проигрываю раз за разом. Они издеваются надо мной. Ребята, они, видишь, сейчас дали мне шанс, типа, 2 раза я могла выиграть. Даже 3, возможно. Но потом уровень 6. Погнали. Чё, получается... 3-2? 3-2, о нет, всё. Получается 3-2 у нас? Да, 3-2! В смысле 3-2, не может быть такого. Как-то так. Я угадала по Ялу и угадала свою песню, я больше ничего не угадывала. Ты угадал еще мой мармелад. А, точно. Ладно, прости. Ладно, однажды я выиграю. Когда выигрывать начнем? В 2026-м? Неважно! Все, погнали, ребята, 6-й уровень. 6-й уровень. Ровный бег моей судьбы, ночь, печаль и блеск души, это лунный свет на и майский дождь в небесах, долгий век я, моей кроме звезды, вот этих двух слов, в этой песне ничего не знаю. Прости, я забыла предупредить, что я слышу стихи, я же сама забыла, думаю, что за мужик. Я тоже, я такая, это рэп, это что? Ну, сразу видно, что здесь уже сложнее задание. Ну, мне не стыдно, я не знала эту песню. Назарет! Ты не знала. Я Назарет. Только вот эту часть и знаю, которая крутится все время везде и которую все поют. Этим самым сейчас, да, вот перепела вот этот баста. Для, да, да, да. Для сериала слово пацана. Ой, ну не обязательно было говорить, они и так все знают. Ну ты смотрела слово пацана? Нет. Не смотрела. Мстислав за меня болеет. Саша, нет, не было времени. Спасибо большое. Даже ни одну песню и ни одну серию не посмотрела. Ни одну вообще. Я только одну посмотрела, Даша не смогла. А чё? Меня все бесит там, я хочу убивать их. Ну, в смысле, по попке хочется давать. За такое поведение вообще, наглецы. Попку жалко. На руку жалко, которая по попке будет бить. Ладно, все, мы не об этом, да? Да. Все, чушпаны какие-то пошли. Какие чушпаны, блин? 7-й уровень, ребята, будьте готовы. Все сложнее и сложнее. И 3-3, ты заметила? 3-3. Я подкрадываюсь. Ага. К твоей попке. Все, погнали. Вообще не 7-й уровень. Моей попки? Ты ночной кошмар, что летит на крыльях ночи, тебя тянет ко мне, а меня к тебе не очень, ты не приезжая. Недолюбленный мальчик, перестань меня ждать под окном в своей тачке. А ты по барам. Я не уверен, что это по барам. Нет, это не она. Нет, это точно. Ты ночной кошмар, что растопает. Хотите мем? Я, честно, не в курсе. Вот, да. Мем года. Давай. Диана Анкудинова полностью намеренно сама никогда не слушала Анну. Я не верю ушам сейчас. Я слушала ее, если даже полностью, только вот где-нибудь на сессии, когда ее включают ребята, все же очень любят, или в сторис кто-то, или просто в отметках, или в этих, в рилсах. А вот если бы слушала, возможно, сейчас бы получила балл. Я считаю куплеты, ни одной песни ее не знаю. Знаю только припевы. Поэтому надо было с припевом. Да, да. Спасибо, что не припела. 4-3 у нас, мы поехали дальше. У нас 8-й уровень, друзья, 8-й уровень, это очень сложно. У тебя еще есть шанс выиграть. Да. Еще 3 уровня будет. Да. Все, погнали. Если там заиграют пилоты, я вообще с первого смогу дать. Мне так страшно вообще жить. Да, ты пилотов любишь? Обожаю, 21 Pants просто в душе. Ты что, заспоем, может, из них? Раз хочешь. Давай. Давай, из их последнего альбома, давай. У них там есть певческие песни. Ну, просто ты, навряд ли, кстати, знаешь. Ну, я, может, и знаю. Ну, что-нибудь популярное возьмешь? Ну, популярное можем, просто там рэпчик. Ну, так ты за рэпчик, а я буду...
Очень интересная коллаборация. Я уверена, ты рэп читаешь, как дышишь. Да, да, мы уже с Эрикой Лундмой на прошлом стриме проверили, у нас там было. Восьмой уровень. Погнали. Let's go, let's go, let's go. Je remue le ciel, le jour, la nuit je danse avec le vent, la pluie un peu d'amour, un brin de miel, je danse. Dance, dance. Dance, dance, dance. Ну, dance, dance, dance. Блин, ну, за счет того, что нет той интонации, вот робот читает, очень сложно по тексту определить, ну, рядовому слушателю, по крайней мере. В французском стихе это уже слежка. Это просто Сашу подставили сейчас, ребят, это нечестно. Слушайте, какой-то не очень игра получается. Надо было ставить песню. В смысле, песню. Не очень? Тебе не нравится выигрывать, Диана? Ну, мне нравится, чтобы все было на равных. Так мы на равных, 4-4 говорят. Да, 4-4? Им определенно надо еще судью, чтобы он считал баллы. Это уже слишком. 4-4, все на равных. Что тебе не нравится? Да не в таком смысле. В смысле? Ну как ты угадаешь на французском стих, если ты не знаешь текста сама? Не, ну я знаю, жору съели журавли. Если бы он так сказал, ты бы точно узнала. Я бы тоже узнала. Ладно, еще два уровня. Ты и я можем победить, а можем и нет. Я, мы. Все, погнали. Ребята, девятый уровень, все внимание. Я, мы. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарёй. Брусничный цвет, алый да расцветали, есть то место, конь, али конь, его нет. Конь. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает... Только... Давай, в голоса. Мы... Выйду ночью в поле с конём. Так с одинаковым текстом. Дай-ка я... Кстати, я прекрасно знаю эту композицию, но здесь как-то вообще... Коннект на это всё... Все, ребята, капец. Очень смешно, просто меня вынесло жестко сейчас. Решающий уровень! Либо ты, либо, ты либо ничья. Сейчас, да? Подожди, подыграла? Либо ты, либо ничья, серьезно? Ты подыграла мне сейчас? Нет, я не поняла. Почему? Я думала, либо это какой-то вот про казака, я думала, что-то такое. У нас 10 уровень, друзья, последний. Давайте. Либо ты выигрываешь, либо ничья. Ты понимаешь все? Блин. А что на ничью не делать? Я не знаю. Я не придумала, что на ничью делать. Ладно, 10 уровень. Все, я сейчас победил. Я победил. Ребята, погнали. Все, слушай песню. А я в себе там. Ушла в себя. Ушла в себя. Think about. Погнали. Сердце как друга, море встречает сердце, как песня, летит из груди, о, море, море, ледяная скала, не успела секунду нажать. Ура! Давай обниматься! У нас ничья, то есть мы за ничью будем обниматься, да? Нет. Победила дружба, в общем-то. Нет, мы будем делать всё. Такой себе подарок, конечно. Я говорила про шутки, вот они поехали. Я не ожидала такого. Ура, я не проиграла! Ура! Саша, боже мой. Это по кайфу. Ну что? 5-5. Смотри. Вообще очень круто, что типа мы вроде разные, но у нас даже тут ничья. Мы только коня не можем одновременно спеть. Да, ну а так все остальное, все одинаково. Да. Одно сердце, одна душа. Хотя, как вы, я думаю, помните, Саша и Диана не раз исполняли эту песню группы Любэ, причем очень хорошо. Слушай, что должен был бы делать победитель? Петь свою авторскую песню. Ага. А что был должен делать проигравший? Петь какую-нибудь песню? Которую он не знает вообще. Нет, ты посмотри под стол и угадаешь, о чем речь. С... Вот такие вот голоса? Да! Давай делать все вместе, это давай. Это же вредно. Так как... Нет, это не вредно. А мне стоит ей верить, друзья? Блин, да посмотрите в мои честные глазуни. Я уверена, если один шарик вдохнуть, то ничего вредного не будет. Так что я предлагаю тебе, я предоставлю спеть свою авторскую. Потому что я уже пела, Диана еще не спела свою авторскую. Давай ты будешь подпевать только вот этим голосом. Нет. Я не хочу душать эту фигню. Не хочешь? Не хочу. Так не надо тогда, блин. Я думала, я не заставляю же, ёперный театр. Я просто один раз так попробовала шарик вдохнуть, и это и так, чё? Ну так странно. Странно? Ну, типа... Какой шарик ты вдыхал? Да там что-то. На работе подкинули, на корпоративе, не знаю. Твоё счастье, значит, что ты выиграла. Вот шуточки подъехали. А то пришлось бы тут. Ладно, хорошо.
Господи. Она опять все ломает. Да что такое? Угомоните эту женщину. Кто пустил ее вообще сюда? Каждый стрим приходит, вот что-то приносит, что-то ломает, что-то кричит. Я не понимаю, куда вообще мы катимся. Этот мир куда катится? Мне сколько их уговаривать? Давай садись на место. Все. Ты тоже давай, ближе ко мне приближайся. А я не хочу. Давай, блин. Да. Ну что тогда? Погнали. Выбирай тогда, как победитель, скажем так. Выбирай песню, которую споешь. Вот эту. Я хочу быть еще ближе и выше. И выше. Да, это мой конь. Аранжировки у нас сегодня на высшем уровне. Остыли реки, остыла, и чуть нахохлились дома. Так, ну хорошо. А, точно, я забыла еще кое-что. Так, есть, короче. Фух, там еще кое-что, друзья. Да. Что нашел? Ты понимаешь? Сейчас мы запишем с тобой звук. Звук для следующего гостя. Ты готова? Давай придумаем что-нибудь смешное. Что-нибудь смешное. Я буду говорить вот таким голосом. Давай. Давай максимально тогда низко. Тогда точно меня узнают. Ты прям максимально низко говори, а я максимально высоко скажу. Так, о чем будем говорить? Ребят, помогите нам в чате, напишите что что-нибудь. Что пришел, что нашел, а мы что скажем? Сэр Рыцарь, Сашенька, Дианочка, вы самый крутой и красивый дуэт. С наступающим Новым годом вас! Поздравляю, Саша, с ничьей. Спасибо большое. А это надо, получается, какую-то подводку к чему? Ну, когда буду кнопку нажимать, будут слышать это. Что-нибудь такое приколдесное. Он бэки-буки предлагает. Бэки-буки. Ага. Давай ты скажешь бэки. Вот это а поворот. Я скажу буки. Давай. Хочешь вот этот поворот? Чё пришел? Чё нашел? Андреа скинул огромный донат. Hi, Diana and Sasha, the two girls with nice singing voice. Чё нашёл? Да хватит уже орать-то. Ну, само. Thank you very much, Andreas. Andreas. Спасибо вам большое. Thank you very much. Я сразу вспомнила песню у Лазарева. Scream, it's scream. Почему? Он ее на Евровидении пел, потому что она начала кричать, и ты такая, типа, она сама кричит, а он по-английски написал, и у меня все, короче, в голове сложилось, и я такая, скрим. Да, у меня тоже в голове Лазарев. Я вчера, кстати, была на корпоративе вместе с ним. Да ладно, пели вместе с Лазаревым на корпоративе? Но он пел после меня. О, вы понимаете, уровень. Я, это, на разогреве, пока что. Мы уже в соседней грибочке. Пока что, но... Растем, друзья. Парочку слов перекинуть, вы же знакомы, да? Да. Пошел. Да. По кайфу, по да, кайфу. Да, конечно. По кайфу, про меня можешь сказать. Ладно, я шучу, конечно, не надо. Санчелло говорит, привет лучшим. Диана, один из Сашиных подписчиков, никогда не был на концертах. Подарил ему билет на твой концерт в Ставрополе. Порадуй квашлянца. Так, в Ставрополе, чтоб спела максимально хорошо. Ну, я знаю, что только так и поешь. Спасибо большое, обязательно в Ставрополе приедем, я думаю. Я вроде была в Ставрополе, нет? Ну, он, если он подарил билет... Уж не знаю, когда ты там концерты. Так, давай. Так нет, может, я буду, и он подарил билет на... Давай сосредоточимся я на задаче. Я не могу запомнить. На задаче. Давай. Да, я пытаюсь вспомнить какой-нибудь мем, который подходит под... Вот это поворот. Помнишь, вот сейчас мемы какие есть смешные, типа... У Сабины моя кроссовка потерялся. Видела это? Нет. Это очень смешно. Ладно. Какие еще есть мемы? Так, ребят, что можно еще сказать? Какие-нибудь мемы? Я мужик. Я мужик? Бом-бом. Бом-бом? Бать. А, мем вот этот. Почувствуй. Давай вдвоем скажем это слово. Только не таким тоном. А ну так и почувствуй. Да. Я буду говорить внизу, а ты наверху. Ну ладно, хорошо. Только давай. Давай потренируемся. Давай потренируемся. Давай, 3, 4. Почувствуй. Нормально? Давай. Давай. Давай, смотри, я нажимаю, мы сразу говорим, я отпускаю. Все, 3, 4. Почувствуй. Слушай. Почувствуй. Нет, чуть-чуть обрезал. Слишком рано сказали. Черт, ладно, давай, тогда чуть позже. Погнали. 3, 4. Почувствуй. Почувствуй. Второй раз вроде даже лучше вышло. Блин, там мужик какой-то говорит на фоне просто. Только еще раз. Почувствуй. Как будто обработка вот эта, знаешь, которую прикольно. Делают. Прикольно, оставляем? Да, прикольно. Да, все. Да. Все, следующий гость будет в восторге. Будет угадывать. Ты скажешь, ты знаешь, кто это? Да. Так, наверное, это Пьеха. Стас Пьеха. Стас Пьеха, конечно. О, вообще, ну все, что ж, вот так вот мы и забабахали эту игру. Таким, конечно. Тебе осталось спеть свою авторскую песню. Выбирай. Давай. Давай. Так, что у тебя есть? У меня есть
все, кроме «Остались». «Остались» есть в телеге. Если они прям очень сильно хотят ее услышать, ну просто как я ее спою, я ее ни разу даже не репетировала, не ну, пробовала. Пой тогда, что сможешь. Давай «Ушла в себя». Давай, «Ушла в себя», она здесь? Да. Она должна быть там. Что-то нету. Персонал, Винес, Wicked Game, Голосом твоим юга. Ты сюда не выдавай все секреты. Извините, боже. Если ты перегорела, давай перегорела. Всё. Где перегорела-то, где? Вот, вот это? Короче, эта она песня весёлая? выйдет как раз-таки вот это новый мой сингл. Она скоро выйдет. Вместе с клипом. Так. Поэтому сюрпризов я для вас устроила, конечно, вообще. Она весёлая? Она весёлая, она классная. Я смогу танцевать под ней. Ты сможешь даже подпевать, она простая на запоминание. А танцевать? И танцевать тем более. Да? Там, можно что... я потанцую? Да. Вот такая вот интересная игра получилась, которая определенно подняла мне настроение. Очень приятно было вспомнить эти предновогодние мгновения вместе с Дианой и Сашей. Спасибо вам огромное за этот огромный, большой, длинный стрим. И очень надеюсь, что в новом году, повторюсь, мы увидим еще как минимум один такой веселый, позитивный, интересный, творческий стрим этих двух юных и столь талантливых певец. Ну а вам спасибо за внимание, ссылку на оригинальный контент, как всегда, оставлю в описании. С вами был Горинов, всем удачи и хорошего настроения. Ну а главное, берегите себя. Увидимся. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I